очень сильный. Это шикарное, только для чего оно тут выстрелило? Европа начинается здесь. Europe starts here. И туда сегодня проехала машина Лебедева. Сейчас посмотрим, что это такое. Что там внутри? Почему кто-то проехал? Вот как интересно. Ой, как туда можно было проехать? Наверное, кто-то из работников, из сотрудников. Так, со мной пустая бутылка из-под воды. Я пью очень много воды. Ага, вот сюда. Сколько стоит? Ой, 3 евро. Угу. Больницы какие. Туризмо де Португал. Пойдем. Здесь начинается Европа. Вот так вот. Мусорник вышел. Да, это стоит 3 евро. Всем ура, моя карточка пришла. Давайте мне билетик. Thank you. Ну что? Здравствуй, крепость. Солнечные. Стрелочки-то не. Церковь маленькая здесь. Сюда тоже пойдем. Пушки какие стоят. Да, точно отбивались. Здесь вместо пушки буду я. Плавать бы на этом пляжике. Что-то сзади стало раком. Сейчас кто-то сзади пнет меня и улечу. Шутю. Ого, куда идти? Я тут часа 3, наверное, проведу сегодня. Так, сейчас запалю пушку и начну стрелять. Какую из них стрельнуть? Та, что постарше, либо та, что помладше. Но это, видимо, вот они, видимо, лежали на дне моря, на дне океана. Все вон какие. Сломаны, переломаны. А дуло-то осталось. В окно дуло. Что-то со Штирлицем связано. Закрыл окно, дуло исчезло. Да. А вот тут вот что-то с дырочками. Наверное, раньше использовали как туалет. Сел, тю-тю и тю-тю. И все тю-тю. У меня глаза, я налюбоваться не могу этой красотой. Ну просто налюбоваться не могу. Этими обрывистыми берегами. А там что? Там ничего. Там просто ничего. Дырочка какая-то. Наверное,
наверное, самые трусливые прятались от нас. Комнатка для прятания. Паник рум. Торре. Систерна. Торре Систерна. И вот он, португальский Тадж-Махал. К нему нужно идти километр, наверное, если не больше. Или тут Тадж-Махал, или вот это мы тоже видно, что маньяк, чего сказать, маньяк. Сложно идти по этим камешкам, они берутся просто, во-вторых, они не видят. Ну, здравствуй, португальский... Чё, опять чуть не сказал, маяк. Да что мне маяк, хоть ты тресни. Хоть ты тресни. Только меня не сдуло. Не знаю, может, что-то делать нельзя. Раз мои следы есть, значит, можно. Ой. Ой, мамочка. Ой, мамочка. Ой, мамочка. Дальше я не могу идти. Вот туда можно зайти, но там страшно, если честно. Рыбы, что ли, да? Господи, если сдует. Ну, второй рыбы. Еще один пошел на краешек земли. Земли. Ветер воздействует чуть-чуть. Сумасшедший. Просто нахер сдует. И все, парусность у него высокая, у него широкая спина. Льет. Вы говорите на русском? Да. Здравствуйте. Боже, какие отчаянные. Подходит прямо на край. Ну вообще, тем более такое ветруганище. О, клюет, вот тяни, сушой. А вы откуда? А? Откуда вы? Откуда? Я с Украины. Да я тоже с Украины. Откуда? Мы все с Украины. Я из Ялты. Ну, в смысле, я живу в другой стране, но я родилась я в Хмельницкой. Слава Украине. О май гад. Вот прапор Украины, прапор Украины. А как вы сюда заехали? Мы работаем. Жардин обслуговываем. А вы давно здесь? Ну, я... 8 лет. Ага, потому что есть ребята, которые переходят, у меня три парня живут. Я уже тут 8 лет. Ага. Мы обслуговываем жардин тут. Понятно. Рада была увидеться. Слава Украине еще раз. Дай Бог, что все закончилось. Я сейчас иду, слушаю Майкла Наки, как раз он рассказывает. Все, ребятки, до свидания. Удачной рыбалки. Что-то поймал?
сомневаюсь, если честно, чей-то крест. Ну все. До свидания, это красивое место. Да, громадная, конечно, территория. Пошли обратно. Да, находилась я сегодня очень хорошо. Покажу здесь. Километров, наверное, 7 накрутила в общей сложности. Слава богу, моя машинка пришла. У меня тут вон лежат уже приглашения в ресторан. На стекло прицепили.